Всем добра мира. У нас очередная распаковка. Распаковка одной посылки. Как мы видим, вот большая вот такая посылка. Здесь один товар. Он, как обычно, заказывался на AliExpress. У него своя отдельная история, как она до меня доставлялась. Я сейчас быстро расскажу, что да как. Вот как мы видим, здесь написано ZDEC. Это такая компания, которая доставляет посылки России. Оказывается, она сотрудничает с AliExpress. И мне этот продавец отправил именно через ZDEC. И у меня это первая доставка через ZDEC. После отправки, не знаю, сколько времени прошло, мне пришло SMS. Якобы, вот пришла накладная, как мы видим, вот с таким номером накладная. У вас посылка там на таможне. Вы должны указать свои данные паспорта. И потом мы после этого только отправим посылку. А если не отправить, то посылка поедет обратно. Потом я посылке хотел зайти, но не получалось. Потом я покопался там в интернете, у них в сайте, там нашел онлайн-звонок. Позвонил им. Их операторам, подтвердил свои данные паспорта. И все нормально. Потом сказали подождать, придет посылка. После этого обратно пришло такое накладное, тоже точно такое сообщение пришло мне. Я потом обратно позвонил. Короче, не знаю, сколько раз я им позвонил. Они сказали, что кроме паспортных данных нужна данные от ИНН. Потом я обратно паспортные данные, ИНН данные продиктовал. Потом они сказали подождать, пришло обратно смс, что вот так-то, там адрес укажите свой, и так далее, как доставлять укажите, я потом покопался, потом обратно позвонил, они сказали подождать мне, что придет такое-то время вам посылка, вам позвонит курьер, скажет, куда доставить, и так далее. Но посылка пришла на 3 дня раньше, чем указали они там на дате. Мне привез курьер домой. Это первая доставка у меня, когда я приехал домой. Короче, доставка у меня всего прошло 31 дней. Отдано было 1390 рублей. Вот такая посылка. У меня до этого был обзор на щетки, которые я купил на AliExpress для машины, которые там салон чистит и так далее и тому подобное. Вот эта посылка заказана была с ним, но это, как вы знаете, щетки были дешевые, они пришли быстро, а это запоздало. Вот, если такая ситуация, может, она пришла еще раньше. Вот такая у меня была ситуация. Сейчас быстро спокойно посмотрим, что внутри. Теперь я здесь покажу, что написано здесь. Как мы видим, пульверизатор Tornado Black. Как мы видим, вот. Может, некоторые догадались, что это. Вот с этой стороны написано также так, но на английском языке, вот, как мы видим. Сейчас посмотрим, успокоим быстро. Если удастся открыть, откроем. Вот. Буквально, как вы видите, вот так. Скотчем вот так. Брали, как мы видим, вот такая коробка, здесь немножко помята, как мы видим, написано Торнадо, Баруш и так далее и тому подобное, здесь английский, вот показано примерно, что это вот такая вещь, называется пульверизатор, вот такая вещь, чтобы подсоединить его к мойке.
потом я расскажу, что да как. Вот. Вот как мы видим, здесь показано. Сейчас откроем, посмотрим. Оба товара заказывал мой брат, и щетки, вот. И эту вещь сейчас достанем, покажу, как мы видим. Вот, достанем, потом покажу. Попытка, как мы видим, вот такой поролон, как мы видим. И вот такая вещь. Вот такая вещь. Все, больше ничего нету. Сейчас быстро откроем, посмотрим, что да как. Теперь вот это быстро, вот это откроем. Многие видят, это бутылок. Думаю, не поврежу ничего. Мы видим вот такой пластмассовый бачок. Вот написано салон автомобиля, как мы видим, английские буквы, китайские иероглифы. Все, не знаю сколько там. Вот написано 1000 миллилитров. Вот, вот вроде бы литр, да, 1000 миллилитров. Вот. Откроем эту. Закутано хорошо. Пупырку, как мы видим, все, чтобы не повредилось. Вот как мы видим, вот такая штука, щетка, как бы, так вот, самое главное. А у нас здесь на российских сайтах, там, через интернет, такая вещь, 2 раза, может 3 раза дороже стоит. Брат покопался в Алиэкспресс, увидел там его, так он на дешевом, и решил заказать здесь. И вот есть вот такая вещь. А, это подарок, да? Это, наверное, открывашка, брата подарок. Как мы видим, вот такая открывашка, а здесь магнит куда-то на железно его примагничивать. Вот такой, думаю, пригодится. Вот такой открывашка для бутылок, как мы видим. Спасибо продавцу. Так, как мы видим, вот такой как бы пистолет. Вот. Вот здесь вот такая шланга, как мы видим, вот пробка, чтобы сюда вроде бы, сейчас посмотрим, что да как, вроде вот сюда положить его, вот сюда положить, как это прикрутить, как вот так. Эта щетка, это, наверное, отдельная насадка, да? Или сюда его надо? Это, наверное, отдельная насадка, наверное. Отложим, как мы видим, вот так получается. Вот такая вещь. Как мы видим, здесь краник есть. Это, наверное, чтобы его отсюда бы моющее средство сюда мы выливаем. Чтобы она, чтобы его закрыть, вот так закрываем. Не знаю, как она крутится.
Вот так, так. Может, вот так, или не знаю как. Как-то закрываем и водой пользуемся. Потом открываем как-то, или вот так, или вот так, не знаю, как правильно получится. Здесь ничего не написано. И вот открываем, потом моющее средство брызгиваем, потом закрываем, потом опять воду. Ну, это брат вроде бы покупал, чтобы, например, помыть мотор с ним. Он бьет очень мелкими струями воды, поэтому с ним мотор мыть будет хорошо, и даже салон, и даже сиденье в салоне. Там в Ютубе есть, как там как он чистит сиденье в автомобиле и так далее, мотор и так далее. Вроде бы там все видно, как он моет отлично, вроде бы видно там. Брат решил себе такой купить. Вот сюда в мойках пистолет убираем, шланг сюда, пульверизатор вставляем и моем или мотор, или сиденье, или салон. Ну, можно будет, наверное, и домашний, вот на домашний, в нашу мойку, которую мы покупаем себе отдельно, мойку Керхер или другое, как они называются, не знаю точно. Вот на эти можно будет тоже присоединить и себе дома мотор чистить, мыть мотор, мыть там сиденье чистить и так далее. Вот. Но протестировать не получится, так как я в этом не мастер, у меня мойки не будет. Вот. Но, как мы видим, может отдельно, если брат пришлет видео, может отдельно я закину в YouTube, как он моет и так далее и тому подобное. Но если бы это брат закинет мне видео, вот, сделает и закинет. Вот такой пульверизатор, торнадо называется вроде бы он. Вот, как мы видим, здесь какие-то цифры написаны, P69.2 бар. Вот. Вот ничего. А сам он металлический, вот металлический, вот здесь тоже металлическое. Вот здесь тоже металлическое. Крайник пластмассовый, вроде бы. Пластмассовая бутылка, как мы видим, емкость. Вот эта передняя часть тоже пластмассовая. Вот. Вот такая интересная у нас была посылка. Вот. А можно было сюда полить воду и посмотреть, она брызгает или нет, но вроде бы не получится. Здесь, как мы видим, здесь открыто отсюда будет литься. Думаю, вот так смотреть смысла нету. Надо его проверять на, как говорится, на мойках. Надо его проверять. Вот такая вещь. Машина закинет себе там, и когда пригодится, вытащит и помоет себе мотор, сиденье и так далее. Вот такая у меня была посылка, как мы видим. Вот, большая. Не знаю, как вам сказать, что сказать о СДЭКе, но там у меня вот такая ситуация получилась, как я рассказал, но посылка вроде бы пришла. Если бы нет данных, то, наверное, и пришла еще быстро. И отдельную доставку платную они для меня не указали. Все как на Алиэкспресс, бесплатная доставка, вот товар. Вот так. Вот такие вот дела. Ставим лайки, подписываем на канал. И до скорой встречи. Пока.